Голому королю в центре не сдобровать. Но это не отменяет того, что не стоит делать бесполезные шахи, а нужно искать конкретное решение. Поставьте видео на паузу и найдите изящный путь к победе. Следует ход ферзь d5, шах. Конь вынужден бить. И теперь мы ходим слон g4. Линия f открылась, поэтому король не может идти назад. Король e5. Ходим ладья f5, шах. Король вынужден идти назад. И после хода ЕД возникает мат.